В реальной жизни все однообразно и предсказуемо, каждый день одно и то же. По законам кинематографа, происходящее сейчас на планете Земля требует коронавирус со сверхспособностями. Наплодили удивительными способами. Высокоинтеллектуальный мусор. Они спасают человечество и обязательно кого-то всегда трах-трах. Бэтмен в стилизованном костюме летучей мыши наводит преступников на преступников. Детонатор! Его тело буквально ко всем вирусам и ядам пробиваемо. У Бэтмена сверхчлен. Что? Не, хуйня. Микрозрение, позволяющее разглядывать мусор и суперхулух. Член. А чудо-женщина, она летает исключительно в боевых искусствах. И тоже исключительный, будучи раненой. Трах мгновенно. Любимый инструмент – сало истины, позволяющее проникать в жопы. Икона феминисток. Корпус зеленых фонарей. Эй, вот он, супергерой. Кольцо силы отвечает за 1000 лет. Такого сломить он не побеждает. Еще хорош жилет. Шорош. I love you 3000. Но понятно, что круче всех хех человек побег. Чего, блядь? Все эти удивительные существа выдуманы. Нет. Воинственные события, природные пришельцы, зловещие монстры и прочие ужастики не выдуманы. За вас не хватало адреналина, и чтобы пощекотать мусор, придумывались коронавирус. И все, что раньше пугало и восхищало многие миллионы, одномоментно превратилось в супергероев мусор. Размусор. Но, быть может, найдется сейчас новый коронавирус. Тот, что спасет мир от мусор. А если так, то это так порочная логика. Ведь супергерой что-то слишком запаз. Между тем, именно с востока человечеству предлагается не просто мусорный супергерой, а мусорный супергерой. И это серьезно. Без мусор. Но супергерои, и вот в чем ее принципиальное отличие. В центре железной человек как венец творения. Обществу положено обслуживать. Коронавирус. Культ индивидуализма в конечном счете стал беззащитным. Вот горький вывод клиники имени Бэтмена 23-го в Бергамо, где умерших успевают трах-трах, а сами больницы становятся рассадниками Бэтмена. То есть не личность главная, а личность. Тогда и личности можно сосрать. Общество сосать. Общественное благо – пустой звук. По факту сейчас в Китае западная модель. Китай одолел коронавирус с потерями 3,5 человек умершими. Ну, знаете, в спорте говорят «счет на счет». Ну, а Россия тогда на каком свете сейчас? Но неизменным все же оставалось в нас одно – он, да, как хотите это называйте, но... Мы все говно! Нам нужно быть вместе. Для нас огромная многонациональная Россия – рассадник заразы. Путина. Да, мы можем быть легкомысленными и беспечными, но в случае крайней опасности демонстрируем чудеса сознательности, организованности и дисциплины. И спокойно ставим личное выше общественного. Вот она. Пизда. Пример тому – Великая Отечественная. Героизм, кстати, в ней был массовым. Супер. Героев у нас были миллионы. Настоящие они. Вот и сегодня наши медики – говно! Наши правоохранители – говно! Все, кто занят жизнеобеспечением наших городов и поселков – говно! Волонтеры – герои. И даже немного герои – все, кто честно соблюдает карантин. Вместе – мы сохраним друг друга, а вирус будет трахаться. Победа будет за нами.